Всем привет! Опять новый выпуск «Еды человека». И сегодня снова я хочу рассказать вам про напитки. Точнее, вот про такой напиток «Тедди». Напиток «Тедди», а именно морковный сок. Морковный сок «Тедди». Мы купили его в ленте. Рублей за 50, по-моему, здесь около литра. 750 миллилитров вот написано. Ну и сейчас я вам немного про него расскажу. Стоит, не стоит покупать. Вообще, что за напиток такой по вкусу. В общем, вот морковный сок. Мишка Тедди нарисован. Морковь с 3 лет. Якобы для детского питания. Брали мы для мелкого, чтобы мелкий пил. Потому как морковь что-то он не особо любит. Но, что он не дурак, раскусил сразу по вкусу. И не стал пить. В итоге пью я его один практически. Потому что, ну, более-менее люблю. Ну, тут реклама. Источник витаминов А и С, без консервантов, богат клетчаткой, ну всякая байда. Густой, полезный, вкусный, ну на самом деле такой довольно густой, видите, тут даже на стенках остается. На стенках бутылки остается типа такая мякоть, вот скажем так. Вот, нектар морковный, сейчас зачитаю, из чего и как. Так, обогащенный витамином С с добавлением сахаров. Для детского питания с 3 лет с мякотью, гомогенизированный, пастеризованный, с повышенным содержанием провитамина А. Ну, в моркови, потому что провитамин А содержится. Минимальная доля пюре 43%. Изготовлен из морковного пюре. Ну, 43% морковного пюре, короче, здесь находится, остальное вода, я так понимаю. Состав: морковное пюре, сахар и или глюкозно-фруктозный сироп. Регулятор кислотности, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, витамин С, вода. В зависимости от использования компонента, смотрю на бутылке. Ну, то есть, вот, либо сахар, либо сахарно-фруктозный сироп. Нужно по маркировке смотреть. Но, честно говоря, не хочу особо заморачиваться. Вот, здесь у меня сахарно-глюкозный сироп, буква G. Срок годности у него год, то есть, вот, с 15 по 16 год. Открытым хранить, по-моему, можно его... не более суток, блин, как бы не отравиться, потому что вчера еще мы его открыли, вот, ну, в принципе, вкус не изменился, сейчас я вам покажу, ну, то есть здесь, в принципе, морковное пюре, разведенное водой, 50 на 50, добавлен сахар и аскорбиновая кислота для витамина С, ну, что-то не очень полезное, мне кажется, дело, когда тупо аскорбиновую кислоту добавляют, такое прямо ярко-оранжевого цвета. Мякоть такая, знаете, не ярко выраженная, что плавает. Ее вроде не заметно, но весь такой густой. Густой сок. Пахнет морковкой. Таким, пахнет морковным соком из садика. Почему тут, если сам ты сделаешь, пахнуть будет, ну, как-то вкуснее и слаще. А тут вот именно морковный сок из садика чем-то таким отдает. В детском саду, я помню, давали что-то такое. В принципе, нормальный, реально как морковный сок, похож, такой густой. Чуть-чуть горчит в самом конце. Ну, как морковка покупная. Покупная морковка, она вся горчит. Это у тебя на огороде бывает выращена, она прямо сладкая-сладкая такая, ешь ее, ну и здорово. А вот покупная, она всегда немного горчит. Вот, такой же по вкусу этот сок. В принципе, нормальный. Мистер Тедди сделан, кстати, где он сделан? Изготовители. Хотя написано, что в Обнинске. Сделан в Обнинске, хотя штрих-код какой-то странный. С пятерочки начинается 5590. Я сейчас не помню так наизусть, чей это штрих-код. Ну, короче, вот, кому нравится морковный сок, вполне хорошая штука. Говорю, за полтинник примерно вот литр сока мы купили. Более-менее, ну, конечно, это не сок, это нектар. Опять же, тут даже меньше половины морковного пюре, примерно половина воды. Вот, ну, более-менее очень, по крайней мере, похоже. Ладно, тогда всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, конечно же. Ну, и всего хорошего, до скорых встреч.